Когда появляется небольшое свободное пространство в доме или офисе и появляется желание в этом пространстве разместить кусочек природы, перед человеком встает вопрос, кого можно здесь разместить. Один из прекрасных вариантов – это небольшой аквариум для рыбы-петушка. Петушку новый дом и все, что в нем. В этом выпуске оформим небольшой аквариум от компании Color из серии аквариумов для рабочего стола из суперпрозрачного стекла толщиной 3 мм. Размер аквариума 170 на 170 и на 170 мм объемом в 5 литров. Данный аквариум является хорошим решением для задержания непривередливых растений и креветок, мелких видов рыб и, конечно, петушков. Стекло этого аквариума является основным его плюсом, ведь оно обеспечивает максимальное светопропускание и естественную цветопередачу от объектов в аквариуме. Особое внимание обращаю на минимальную толщину швов, да и сам силикон ультрапрозрачный. Это еще один плюс этого аквариума. В комплекте есть покровное стекло, но мне оно не понадобится. К сожалению, в комплекте этого аквариума нет освещения, обогревателя, фильтра и другого оборудования, но его можно приобрести отдельно при необходимости. Пока я буду оформлять аквариум, стоит немного рассказать о производителе, чтобы вы имели представление о том, что из себя представляет компания Color. Данная компания производит не только продукцию для аквариумистов, но и товары для других домашних питомцев, занимаются разработкой инновационных продуктов. Продукция компании Color признана экспертами зоорынка во всем мире. Международное сотрудничество осуществляется через офисы, расположенные в США, Испании, Польше, Китае, России и центральный офис, расположенный в Украине. В общем и целом, компания серьезная и подход к своей продукции у этой компании достойный. В оформлении этого аквариума я использую песок и темный камень. Такое сочетание цветов смотрится интересно и цепляет взгляд. Также в этом аквариуме будет жить небольшое количество растений. Зеленые цвета придадут свежесть и смотреться данная композиция будет еще интереснее. Для содержания петушка комнатной температуры будет достаточно. Конечно, не помешает фильтрация, но места катастрофически не хватает для такого оборудования. Поэтому придется чаще делать подмены воды. А вот без освещения не обойтись. Во-первых, освещение необходимо растениям, а во-вторых, аквариум без света смотрится грустным и серым. Вообще, внешний вид аквариума от освещения очень сильно зависит. Поэтому по возможности с ним можно поэкспериментировать, поставить его выше или ниже, повернуть в одну сторону или в другую и так далее. Для этого аквариума я выбираю светильник этой же фирмы, фирмы Color.
Я считаю, что получилось неплохо. Аквариум готов. Можно запускать петушка. На этом видео подошло к концу. Если у вас тоже есть небольшой аквариум с этой удивительной рыбкой, присылайте фото в группу канала ВКонтакте. Покажите домик для петушка всем нашим подписчикам. Ссылка на группу находится в описании под этим видео.